5 крупнейших в мире контейнеровозов. Международное судоходство играет важную роль в мировой торговле, осуществляя около 90% движения товаров по всему миру. По данным Международной палаты судоходства, в настоящее время в бизнесе задействовано более 50 тысяч торговых судов, сухогрузов, танкеров и контейнеровозов, которые ежедневно перевозят различные виды грузов. Фактически, появление на рынке большего количества контейнеровозов сильно изменило структуру мировой торговли за последние несколько десятилетия. Контейнеровозы, как следует из названия, это суда, построенные специально для перевозки огромного количества грузов, упакованных в различные типы контейнеров. Контейнеровозы подразделяются на различные типы в зависимости от их длины, грузоподъемности. В настоящее время во всем мире эксплуатируется 7 типов контейнеровозов, включая малый фидер, фидер, фидермакс, панамакс, постпанамакс, новый панамакс и сверхбольшой панамакс. Обладая грузоподъемностью более 20-футового эквивалента, современные контейнеровозы радикально изменили представление о грузовых перевозках по морю. Здесь у нас есть список крупнейших в мире контейнеровозов, ранжированных по их вместимости и длине. Первый. МСК Ирина и МСК Лоретто. Два крупнейших в мире контейнеровоза МСК Ирина и МСК Лоретто вместимостью 24 346 20-футового эквивалента были спущены на воду на китайской верфи Янцзичжанг 29 октября. МСК, как крупнейшей в мире компании по контейнерным перевозкам, не ослабевает, несмотря на недавние признаки замедления спроса на рынке. В начале 2022 года МСК превзошла судоходную линию Мэрск и стала крупнейшей в мире компанией по контейнерным перевозкам, которая продолжает расширяться. Суда МСК Ирина и МСК Лоретто, по сообщениям китайских строителей, являются судами с наибольшим тоннажем и грузоподъемностью в мире. Они оценивают водоизмещение более 240 тысяч тонн дедвейта. На новых кораблях контейнеры можно штабилировать до 25 слоев. К быстрому росту МСК присоединяются новые гиганты МСК Теса и МСК Челестино Умареска. Второй. Контейнеровоз Ever Ace. Контейнеровоз Ever Ace класса Evergreen представляет собой серию из 13 контейнеровозов, строящихся для Evergreen Main в 2021 и 2022 году. Самые большие суда имеют максимальную теоретическую вместимость около 23 992 20-футового эквивалента и являются на втором месте в мире. 6 кораблей построили Samsung Heavy Industries в Южной Корее. Еще 7 построены китайской государственной судостроительной корпорацией CC на двух верфях в Китае. По состоянию на август 2021 года рекорд по количеству контейнеров, загруженных на одно судно, принадлежит Ever Ace, который перевез в общей сложности 21 710 контейнеров из Янтиня в Европу. Третий. Контейнеровоз Алджасвайрас. Алджасвайрас – это один из крупнейших в мире контейнеровозов. Построен компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering в Южной Корее. Его ширина составляет 61 метр, а длина – 399,9 метра. Корабль имеет вместимость 23 964 контейнера 20-футового эквивалента. Алджасвайрас зарегистрирован в Панаме. Алджасвайрас вместе со своими 6 сестрами класса Осло развернули на службе между Азией и Европой, имея наибольшую развернутую вместимость. Ротация портов Циндао, Пусан Нинбо, Шанхай, Янтянь, Суэцкий канал, Альхесирас Роттердам, Гамбург,
Антверпен, Танжер, Мед, Суэцкий канал, Сингапур, Циндао. 4. Контейнеровоз МСК Галсан. Контейнеровоз МСК Галсан на момент спуска на воду в 2019 году был крупнейшим в мире контейнеровозом. Построенный Samsung Heavy Industries в Южной Корее, он имеет ширину почти 62 метра и длину 400 метров. Благодаря грузовой системе, разработанной MacGregor International AB, судно вмещает 23 756 контейнеров в рядах по 24 штуки. МСК Галсан зарегистрирован в Панаме и управляется средиземноморской судоходной компанией, базирующейся в Женеве, Швейцарии и Нидерландах. 5. Контейнеровоз МСК Мина. Контейнеровоз МСК Мина класса Галсан, построенный для Mediterranean Shipping Company МСК, имеет максимальную вместимость 23 756 единиц 20-футового эквивалента. На момент запуска в 2019 году он был крупнейшим контейнеровозом в мире, превзойдя контейнеровоз «Укл» Хонконг. С тех пор их превзошли другие контейнеровозы класса «Алджасвайрас». Эти корабли были первыми контейнеровозами, на палубе которых размещалось 24 контейнера шириной. В 2019 году МСК заказала еще 5 дополнительных контейнеровозов в рамках первоначального заказа.